Ну так и вот. Восточный базар. Мужчина торгует лепешками. Сбоку поставил себе верблюда, чтобы верблюд загораживал его от солнцепека. Ну и, значит, подходит покупатель очередной, приобрел лепешки и спрашивает у продавца: «Уважаемый, а вы не подскажете, сколько сейчас времени?» Продавец так взял верблюду яйца, рукой отодвинул и говорит: «Полчетвертого, дорогой». Он говорит: «Ну какой у тебя хороший верблюд, время, говорят, показывает. Слушай, продай мне верблюда». Он говорит: «Ну не продаю я верблюда». Он: «Продай, не продай, продай». Короче, торговались за бешеные деньги. Тот приобрел у него этого чудотворного, чудесного верблюда. И говорит: «Слушай, ну научи меня, как время-то, чтобы посмотреть». Он говорит: «Садись на мое место». Тут сел. Он говорит: «Вот так вот смотри, яйца рукой отодвигаем, и вон там, вон на той городской башне часы». Ha ha ha.